Поддержка производства со стороны власти позволяет получать на выходе куда более позитивные результаты, тем более, когда речь идет о кризисных явлениях в экономике. К примеру, легкая промышленность региона на сегодня имеет возможность не только участвовать в профильных выставках, но и получать субсидии, а также помощь в получении важнейших заказов. Мы участвуем в тендерах, нам предоставляется возможность выставлять свою продукцию, предлагать ее предприятиям. То есть на сегодняшний день широкий спектр того, что мы можем и что нам предлагают. Мы работаем со всей страной. Мы поставляем продукцию, я не хочу называть компании, да, они слишком известные. Ну, давайте возьмем Большой театр. Например, мы спецодежду отшили. У нас предусмотрены специальные программы по субсидированию процентной ставки. То есть мы привлекаем финансирование, и государство нам возвращает часть уплаченных процентов. Вот. Плюс мы очень часто обращаемся с помощью для того, чтобы повлиять. Иногда нам не платят наши контрагенты, да, и наши региональные власти иногда вступаются за нас. Производить продукцию для предприятий социальной сферы нижегородские производители на сегодня готовы, несмотря на то, что загружены работой лишь на треть. Дешевый, но зачастую некачественный текстиль китайского или узбекского пошива должна сменить отечественная продукция. И в этом заключается план импортозамещения для нашей легкой промышленности. Главное в этом, по мнению главы региона, не потерять в качестве и, естественно, не завышать цену. Только так удастся в корне переломить сложившуюся ситуацию. Задача ставится одна – выпустить продукцию такого качества и такой цены, чтобы она была конкурентоспособна на рынке товаров и услуг, представляемых легкой, текстильной, швейной промышленностью. И эти товары, чтобы пошли в наши учреждения социальной сферы. Тогда мы начнем эффективно использовать те бюджетные ресурсы, которые нам выделяются. У нас каждый рубль будет давать дополнительный доход. Валерий Шанцев ставит задачу увеличить объемы производства легкой промышленности в 10 раз. В первую очередь за счет заказов на спецодежду для предприятий социальной сферы области. К слову, и в профильном министерстве региона отношение к легкой промышленности особое. Ведь помимо производственных показателей нельзя забывать о тех, кто трудится в этой отрасли. Мы пристально внимание уделяем этой промышленности только потому, что это социальная отрасль. Это отрасль, где работает больше 75% женщин. Это отрасль одна из немногих, на которой могут работать инвалиды, люди с ограниченными возможностями, люди пенсионного и предпенсионного возраста. На сегодня в регионе работает более 70 предприятий легкой промышленности, от крупных до мелких производств. По итогам прошлого года объем отгруженной продукции в отрасли превысил 10 миллиардов рублей.